Мечты сбываются с киндер-шоколад. В рамках масштабной акции компания «Феррера» осуществила заветную мечту жительницы Алматы Юлии Добрышевой. Теперь вся ее семья отправится в путешествие в Диснейленд Париж. Подробнее в нашем следующем сюжете. Настоящей неожиданностью стала для Юлии Добрышевой победа в акции «Мечта из киндер-шоколад». Она уже не первый раз принимает участие в акциях от любимого бренда со всей семьей. Однако именно в этом году, к своему большому изумлению, стала обладательницей главного приза – семейной поездки в парижский Диснейленд. Сначала я вообще не поверила, потому что мне позвонили представители компании, я этого не ожидала никак. Сначала была какая-то такая непонятная радость, потом, конечно, восторг. Всем стало сразу обзванивать, всех знакомых, всех друзей. Масштабная акция «Мечта из киндер-шоколад» прошла по всему Казахстану с 1 октября по 30 ноября. Участникам необходимо было зарегистрировать специальный промокод с пачки киндер-шоколад с помощью СМС или на сайте акции. Помимо главного приза, каждый мог выиграть ежедневный сертификат на сумму 60 тысяч тенге для покупок в интернет-гипермаркете детских товаров. В рамках акции «Мечта из киндер-шоколад» в Казахстане прошли конкурсы от киндер-шоколад. 5 зон анонса располагались в 5 городах – Алматы, Астане, Шымкенте, Актобе и Караганды. Конкурсные задания заключались в создании творческой работы и видео, в котором ребенок рассказывал о своей мечте. В общей сложности было создано 3600 работ. Мечта из киндер-шоколад, ведь все мечты обязательно сбудутся. Ирина Евгеньева, Яна Городецкая, Рената Булхаиров. Информбюро 31 канал.